КС 1430. Ну, он просто фантастический и по вкусу, и по внешнему виду, и по загрузке. Он очень неприхотлив в выращивании. Вот такой вот красивый в технической спелости. Вот такой красивый томат. Вот у нас уже готовые кисточки. Очень вкусный, желтый, гипоаллергенный. Ну, одним словом, томат просто супер. Томат для любых условий выращивания. Опять же, не обильно вегетативный, компактный, выносливый, практически не болеет. То есть это очень большой также плюс в нынешних условиях и очень-очень вкусный. Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.